Так, я снимаю себя. Меня тоже снимают. Скоро будет офигенный крутой выпуск на моем канале про новое поколение молодежи, тиктокеров, блогеров. Снимаю для вас ваших любимых звезд. Мои, возможно, подписчики не всех знают, но тут вообще этот дом просто наполнен молодыми, целеустремленными, клевыми, крутыми тиктокерами и блогерами. И с ними сегодня мы варим контент. Так, это я. Снимаю и для себя, и для канала. Что? Ольга Бузова in the house. Приехала мама к малышам, научила всему хорошему. И самое главное правило в любой непонятной ситуации. Выключи мозг и Бузову включи. Танцуй, как Бузова. Чтобы вы понимали, угадай, где я. В детдоме. Угадай, с кем я. Ой, как я. Я в норме. Я... У меня цель, и я о ней помню. Я варю контент, как повар! Он еще и готов. Ловит, вы посмотрите. Это Данечка. Данечка Милохин. Самый лучший. Лучше, чем Ольга Бузова. Знаешь такое? Нет, я тоже. Удались! В общем, приехала к ребятам в Dream Team House. Наснимала столько для вас крутого контента. Для ТикТока вот здесь вот ссылочка, кидаю вам, срочно подписывайтесь, кто не подписан на мой ТикТок, и следите за обновлениями. Угадай, где я? Я дома, повар. Теперь в моей жизни было все. Я увидела Олечку Бузову. Ну все, я не знаю, кого можно следующим просто Dream Team House позвать. Ну... Нет, мало половин. Мало половин. Вот она я. Твоя роковая ошибка. Ты испугался. От меня отписался. Ладно, из новенького. Страницы любви. Свай. Можешь мне ответить только на один вопрос? Так, давай. На какую букву начинается ошибка? На О. Спасибо, Оля. Если ты забыл, мир не играешь с... Я парень простой, а девочка постой. Границы любви, свайп, перевернул. Фигура тут, фигура там. Ольга Бузова in the house. У нас сегодня нон-стоп. Ну, не у нас, у нас. Я к себе на вы просто. Такой вот лук-лучок сегодня. Наша любимая... Зара, брючки легенькие, пиджачок, классная укладка, классный макияж, классная я. Скромность — мое второе имя. Мы начинаем. А, извините, простите, я... Да ничего, ты так в костюмчике, очень даже неплохо. Извините, я ушел. Я просто хотела рассказать, какое шоу было сегодня тяжелое. Лютое! Ну оно, лютое! Нет, офигенное, но прям эмоционально. Прям ушатали меня морально, эмоционально. Вот, а день еще не закончился у меня. Всем хорошего настроения, люблю вас. Погодка нас, конечно, сегодня под вечер не радует. Так классно было сегодня днем. Солнышко я привезла. На улице успели поснимать. И вот он, дождь. Висек мотылек. Зонтиком пришлындала. Че, погнали? Погнали. Мои хорошие, мои любители вкусно покушать. Это сторис для вас. 21 мая, то есть завтра в 19:00 в прямом эфире на сайте eldorado.ru я вместе с бренд-шефом Electrolux будем готовить для вас вкусный полезный ужин. Свайпайте, подключайтесь к нашему эфиру. Если ты забыл, мир не играет с ним. Я парень простой, а девочка постой. А страница любви. Свайп. Когда я приду домой, я просто, мне кажется, сразу же отрублюсь, потому что сегодня эмоции через край, очень много сделала дел, работы, поэтому записываю сейчас сторис, чтобы было. Подписывайтесь на мой канал прямо сейчас, потому что завтра, то есть уже сегодня, будет крутой выпуск о том, как я съездила к ребятам Dream Team House.
Все секретики разузнала, со всеми там пообщалась, теты провела. Поэтому, чтобы не пропустить видосик, который завтра я выпущу Ольгу Бузову лайв, уже сейчас подписывайтесь на канал. Дорога домой. А как хочется дорогу в аэропорт. Как хочется, чтобы скорее все стало на свои места. Так хочется давать для вас концерты. Так хочется просыпаться в гостиничном номере, собираться на концерт, выходить к вам на сцену, нервничать, волноваться. Ой. Ну, хочется. Давно я эту масочку не использовала. А просто другие сейчас в темноте, они так светятся, непонятно там, где нос, где лицо, где глаза. Знаете, что еще хочется? Еще хочется, поснимаю вам хоть немножко сторис, пока еду домой, то есть сегодня я целый день, как пчелка вжик-вжик, фигара тут, фигара там, я как белка в колесе. Хочется есть. Зашейте мне рот, пожалуйста, кто-нибудь. Надеюсь, желание оказаться обнятой в кроватке с любимым окажется сильнее, чем желание поесть. Но вот что за человек я? Надо кушать правильно, не успеваю вовремя. Не успеваю я иногда. Вот 2 часа ночи идеальное время, чтобы хотеть есть. А вы что сейчас делаете? Скажите мне, пожалуйста. Прямо сейчас вот ты что делаешь? Ты спишь? Вот именно ты. Ты, вот да, ты. Ты спишь или ешь? Классно, я придумала ложиться до 12 вообще, во. Прям классно так придумала, чтобы высыпаться и вставать пораньше и быть бодрой. Во, идея класс. Но сегодня что-то пошло не так, потому что я только пришла домой. И угадайте, что я сейчас делаю. Да, все правильно. Я ем. Хотела зашить себе рот, но понимаю, что не смогу уснуть, потому что я реально хочу есть. А поскольку мы должны делать то, что мы хотим... Короче, завтра буду я переживать, но сегодня хочется получить пищу. Макароны с сыром и салатик с креветками. Приятного мне аппетита!